да, у класса. Есть потребности у столовой, есть потребности там в обеспечении учебниками и так далее. Родители или соглашаются выплачивать определенные суммы, чтобы их дети могли пользоваться тем, другим, третьим. Или не соглашаются. Вот так вот строится пока что отношения в нашем классе. Поэтому у меня лично пока претензий нет. Если они у кого-то есть, то они не могут их. О чем дальше говорить?